Так, Дамир, ну что, давайте начнем. Куда мы летим? Мы летим из аэропорта Адлер. Сочи. Выполним взлет. Покружимся над Черным морем и зайдем на аэродром Сочи с обратным курсом. Прекрасно. Я могу сделать объявление? Конечно, Иван. Уважаемые пассажиры, добрый день, говорит второй пилот, командир корабля, герой России Дамир Юсупов, а второй пилот Иван Ургант. Добро пожаловать на борт аэробуса А320, совершающего полет по маршруту Сочи. Я первый раз сижу в кабине, первый раз сижу на месте второго пилота. Но поверьте мне, каждый человек, который сидит вот там, ну, эти, как мы их с вами называем, все равно думает, ну, вдруг что-то. И придется, ну, не знаю, в силу каких обстоятельств, зайти в кабину и посадить самолет. С вашей помощью, я надеюсь, сегодня я владею этим мастерством. Поехали. Поехали. Взлетаем. Взлетаем. Не люблю я. Вот это начало я всегда не люблю. Я всегда вот... Я такое вспоминаю, когда взлетаю, всегда каждый раз и сажусь. Такое вот все. Я за все прошу прощения у всех. Можете взять ручку и сами выполните взлет. Вот, вот эту? Да, я скажу, когда. Так. Давайте, начинаем взлет. Тяните на себя ручку. Смелее, смелее, смелее. Еще, еще, еще. Вот, Иван, молодец. Это я сейчас... Да, это мы взлетели, да. Это мы взлетели. А вот сейчас почему? Вот, ой, я, простите, страшно. А когда вот взлетели и сразу такой, как будто бы как тормоз, это не значит, что все? Нет, это не значит, что все. Это шасси убрались. Шасси. Дайте я что-нибудь тоже сделаю. Эту кнопочку. Вон. Хорошо. Это я свет включил. Все. Слева вот Сочи. Вот у нас Сочи, олимпийские объекты, идет еще стройка. Видите, вот, пишет, прибрать режим двигателя. Режим убирайте. Опа. Вот, видите, изменение режима. Это тот звук, который обычно пугает пассажиров. Вот все пассажиры. Вот я больше всего это боюсь, когда... Вот это. Иван, смотрите, видите, вот крестик такой, да, зелененький? Я вообще все время про крестики думаю, когда мы летим. Вот. Так. Это получается, скажем так, флайт-директор. То есть он показывает, куда нам лететь. А вот, кстати, еще важный момент. Над чем комфортнее вам лететь? Над сушей или над морем? Лететь, конечно, комфортнее над сушей. Почему? Потому что в случае, если вынужденная посадка, опять же, да. На суше есть аэродромы. Ну, а нет аэродромов, есть кукурузные поля. Кукурузные поля, да. Mm-hmm. Совершенно верно. Мы сейчас идем над морем, разворачиваемся. Да, вот наша траектория полета. А мы это вот этот вот желтый крестик. Да, мы желтый крестик. Что происходит? Это сейчас самолет на автопилоте пока разворачивается. Господи. Чтобы отключить автопилот, надо нажать красную кнопочку и пилотировать. Нажимаете красную кнопочку и держите директора в центре. Ага. Есть, это вот, я сейчас рулю? Да, это вы рулите сейчас, да. Это я сейчас рулю? Да, да, вы рулите сейчас. Это я рулю сейчас? Да, да, да. Покажите да. Руки на камеру. Вот твои руки. Я рулю. Иван, смотрите, сейчас мы с вами зайдем на посадку. Так. Вот. Полосу примерно наблюдаете, нет? Вот я уже вижу аэропорт. Это полоса. Это полоса, все, да. Все, вы мне скажите, просто вы мне, Дамир, знаете как, вы мне говорите, когда сажать, я посажу. Хорошо. Сейчас с вами зайдем визуально на посадочку. Все. Пускаем шасси. Все, мы уже шасси опускаем. Да. Но вы, когда сажали на кукурузу, вы же шасси не выпускали. Мы шасси не выпускали. Но мы сейчас садимся уже не на кукурузу, а садимся на полосу. Мы обычно пассажира перед посадкой еще так предупреждаем, что когда так вот прозваниваем, то есть и бортпроводник говорит, уважаемые пассажиры, у нас самолет готов к посадке, убедитесь, что ремни пристегнуты. А вот иногда много раз такой звук я слышу. Да, 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 это перед взлетом и перед посадкой. Прям много-много раз думаешь, вдруг что-то сломалось. Нет, это нормально. Ну-ка. Да. Ох, как я там. У меня, вот смотрите, вот у меня половина седых волос от этого звука. Сейчас у всех будут. Ну и последний раз. Все. Мне приятно держать этот звук под контролем. Все, смотрите, полоса перед нами. Да. Можете визуально на нее заходить. Все, я взял управление. Все, джойстик я взял. Да? Да. Веду. Есть. 500. На всякий случай, если нужен перевод, я могу и переводить. Хорошо. 500. 400. Уважаемые пассажиры, 400. 300. 50, 40, 30, 20. Retard. Ага. Что происходит? Торможение. Торможение. Все, торможение. Так. Все. Очень мягко. Остановились на полосе, включили стояночный тормоз. Так, скажите мне, как вам моя посадка? Хорошо?
посадка отличная. Ну-ка, Иван, признаюсь вам честно, да. Посадку выполнил я. Это вы выполнили. Я где-то сердцем это чувствовал. Знаете, что мне понравилось, Дамир, больше всего в сегодняшнем полете? В Сочи, море, хорошая погода. Ни одной чайки. Ни одной. Вообще нет ни одной чайки. Знаете почему? Чувствуют. Попрятались по гнездам. Сидят на яйцах. У вас, кстати, сегодня очень хорошо получилось. Хорошо получилось, да? Отлично. Для первого раза? Дайте еще. Ну, так сказать, напоследок.